Здорово, народ, с вами Bad Hard Play, и это Абатуа. Я так понимаю, выходила куча новых обновлений, которые я благополучно пропустил. Ну, сейчас самое время поиграть. Давайте посмотрим одиночную игру. Настройка игры. Так, все то же самое. Вроде как здесь есть редактор карт в мастерской, да, если я не ошибаюсь. Так, вот у нас карта. Что мы тут рисуем? Можно сделать темную, можно сделать светлую. Добавить новый... Кого? А, этаж. Обалдеть. Куча всяких объектов. Окей. Смотрим, что мы еще можем тут добавлять. Мне на самом деле впадлу делать все тут. Поэтому я просто выйду из редактора и сыграю в мультиплеере. Не знаю, единственное, доступны ли вот эти все карты для онлайн игры. Ну, сейчас посмотрим. Доступные комнаты. Пока как-то с мультиплеером тут кисловато. Ну, одиночная игра, по-моему, такая же и осталась. Сейчас посмотрим, что у нас изменилось в плане геймплея. Пошла загрузочка. Так, ну, все как всегда. Так, карты теперь можно просматривать отдельно. Так, тут еще хреново куча этажей, да? 5 этажей, обалдеть. Есть инвентарь, это здорово. Единственное, надо, мне кажется, управление немножко поменять. Автоповорот, да, вот то, что надо. Так, а где кнопка взаимодействия? Нету кнопки взаимодействия, не вижу. Или, может быть, это была не дверь? Но выйти я не могу через двери. Так, погодите, я в закрытой комнате. А, подождите, надо сначала начать игру. Ёшкин кот. Про это я подзабыл. Фонарик нам пока не нужен. Чиним генераторы, как обычно. Ну, конечно, здорово, что добавили много всяких интерактивных элементов. Это игру значительно облегчает. У нас ничего интересного. А интересно другое. Какие предметы добавили, чтобы можно было их использовать в инвентаре? Блин, это хождение по этажам, это, конечно, все усложняет. Не вижу ни одного генератора. Так, погодите-ка, у нас же есть карта. Чё-то я не вижу. Все, я вижу. Надо просто карту открывать. Да, ёшкинка, серьезно? О, отлично. Так, ну также мы чиним генератор потихонечку. Ну, карта, конечно, это хорошая вещь. Тем более, они ее сделали удобной, с местоположением всех генераторов. Так, идем дальше. Так, теперь куда-то туда и вниз. Я понял. Идем в другой конец карты. Ну, теперь хотя бы не заблудимся, это хорошо. Это все сильно облегчает. Так, здесь нам надо, ага, пройти мимо.
Ёшкин кот, это что такое? Прикольное место для пряток. Так. За этим поворотом сюда. Так, подождите-ка. А здесь заперто, что ли? А, нет, нам вниз. Вниз. Ага, чтобы открыть двери, надо повернуть рычаги там определенные. Сейчас посмотрим. Такие небольшие усложнения. Не знаю, какие двери открылись. Надеюсь, что те, которые нам нужны. Да. Отлично, заводим генератор. Так, ну почти. Хорошо, идем к следующей двери. И здесь у нас как раз один генератор, да? И останется всего два. Маньяка я пока не вижу, это тоже хорошо. Вроде как сильно нам он мешать не будет. Наверное. Отличненько, три генератора починили. Так, открываем карту, смотрим, куда нам. Ага. Так, сюда. Нет, не сюда. Дальше. Идем на другой этаж. Так, сколько у нас тут генераторов? Тут один. А на этаже ниже. Блин, сложно, когда столько этажей. И тут один. Обалдеть. Ладно, пошли сначала на том этаже, потом на этом. Здесь как-то посветлее просто. Дверь, отлично. Так, окей. Дверь заперта. Давайте посмотрим, может здесь есть. Так, а куда я пришел-то? Ага, это у нас вентиляционные шахты. Пошли обратно. Ну, кстати, прикольно, это можно перелазить, получается, в другую часть карты при помощи вентиляции. Нет, это на самом деле очень грамотная тема. Так, тут ничего интересного. Тут тоже ничего интересного, надо найти рычаг выключателя. А где он может находиться вообще? Я даже понятия не имею. Ага, вот что-то нашел. Так, включаем. Идем наверх чинить генератор. Ну, сравнительно спокойно тут на этой карте. Просто идем наверх и там уже спокойно проходим.
туда зашел. Хотя бы никаких ловушек нет на карте, что тоже прикольно. Ладненько, чиним генератор, и нам останется всего один. Отлично, последний генератор остался. Так. Возвращаемся на следующий этаж. Да ёшкин кот, как непонятно. Во. Так, ну 100% дверь будет заперта, поэтому надо пройтись, посмотреть, есть ли где-нибудь... Да, есть. Так, ага, все, разобрались. Нет, не разобрались, какого... Попробуем обойти здесь. Так, ну тут все. Может, там дверь открылась? Да, наверное, да. Нет. Снова мимо. Ну тут придется повозиться, конечно. А, можно же вот пойти длинным путем. Здесь мы не скоротим. Надо как-то срезать дорогу. Отлично. Так. Погоди-ка, не туда или туда. Вот здесь тоже надо обязательно взаимодействовать. Так, хорошо. Чиним последний генератор и, в принципе... Надо будет искать путь на выход. Только я не понимаю, почему нет маньяка? Где он вообще пропал-то? У него, походу, обед. Так, отлично. Теперь надо валить отсюда. Так, вопрос на засыпку. А где искать выход? Он вообще на этом этаже? Давайте-ка мы пойдем на другой этаж. Я думаю, там будет все понятно. Так, ну где же этот выход-то?
Так, а на карте выход никак не обозначен, я понял. Так, ну в поисках выхода, я так понимаю, мне придется просто бродить. Не понимаю, что вообще делать. Здесь выхода нет. Ладно, погнали наверх, сейчас обойдем все это дело. Ну, многоэтажная карта, это, конечно, интересно, но в этом плане игра усложняется. Ладно, давайте посмотрим на других этажах. Может, здесь? Скорее всего, здесь, но это не точно. Да, я сбежал, но маньяка я не видел. И ни ловушек, ничего. Друзья, такая вот игрушка. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. И может кто-то знает, почему нет ни маньяка, нет ни мультиплеера, только редактор карт. Надеюсь, что видео вам понравилось. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и жать на колокольчик. Всем пока, друзья!